Как вы считаете, Орск чистый или грязный город? Грязный очень даже. Приезжайте на Майку, посмотрите, что там творится. Там козы дохлые, собаки. В отношении, допустим, с другими городами сейчас чище стало намного. Ну, не особо грязный настолько, насколько можно было бы ожидать. Завтра всеобщий городской субботник. Вы пойдете? Ну, да, скорее всего, пойду. Пенсионерка, пойду. Около дома убираться буду. Завтра всеобщий городской субботник. Вы пойдете? У нас уже сегодня в институте субботник. И вчера был. Да, так-то убираемся как. Ну, помогаем. А вот завтра вы именно пойдете на субботник всеобщий городской? Конечно. Нет, ну возле дома, возле где работаю, туда пойду убираться. А в город не пойду, пускай горожане сами убираются.